Итак, братва, приветствую на канале. Сегодня мы с вами поговорим про такую игру, как Treasure Game. Что она из себя представляет? Это такое игровое сокровище, обычная матрица, пирамида с очень хорошей динамикой на момент записи видео. Давайте обо всем по порядку, постараюсь записать одним дублем и вкратце, чтобы каждому было доступно и понятно. Погнали! Итак, мы зашли на сайт treasuregame.pro. Специально видео не записывал до начала. Сегодня стартовал первый уровень, завтра будет уровень. 10 октября будет второй уровень. И почему все-таки нужно покупать именно с первого уровня, сейчас я расскажу обо всем по порядку. Итак, мы зашли на сайт, что мы видим? В принципе, простенький дизайн, но это не отменяет того факта, что динамика тут, в принципе, хорошая. Слева мы видим язык, дальше мы видим смарт-контракт, можем посмотреть. И также есть официальная группа в Телеграме, к которому можем перейти. Справа мы подключаем свой кошелек, если хотим участвовать. Листаем вниз. Вот наш кошелек. У меня 0.5 BNB, прибыль 0.44. Напомню, первый уровень стоил 0.2. Специально видео не записывал, чтобы вас не дезморалить. Думаю, может какой-то скам, но в принципе довольно-таки хорошая, еще раз повторюсь, динамика. И думаю, завтра будет еще сильнее. Объясню почему. Также есть реферальная программа. 10, 5, 5, 2, что-то такое, около, такие проценты, я имею в виду по линиям, пятиступенчатая. Здесь также за 10 человек можете получить награду, 0,2 BNB, потом 0,6, это дополнительно. И, собственно, листаем вниз. У вас появится сначала вот такое вот игровое меню, в котором вы можете выбрать тот или иной стол. Вот сегодня первый стол зашел, и вот количество участников 1468 человек. Никто не верил в этот проект, но на самом деле очень много людей заходит на момент записи видео. Когда вы зайдете, уже скорее всего будет больше. И завтра открывается в 12 дня по Москве, откроется уже второй уровень. Итак, если мы нажмем на вот эту сокровищницу, мы увидим здесь таком в дизайне сокровищницы, еще раз, у нас сундуки. Каждый сундук — это одна выплата, вплоть до 10 выплат. 10 выплат — это 750% от уровня этого стола. То есть, если стол стоит 0,2 BNB, получается около 1,5 BNB нам придет еще сверху. Вот, пока что мне пришло 2 выплаты. Вот, в принципе, все транзакции, и реферальные, и простые. Предпросмотр – это именно тот момент, когда вы можете ввести адрес любого человека и посмотреть, сколько он проплатил, какие уровни у него куплены и так далее. В принципе, супер что-то новое нету. Тот же Express Smart Game, только все идет снизу вверх, и динамика сразу залетела неплохая. Но есть нововведение в виде такого пула. Что это такое? Сейчас баланс тут 0, но с каждым уровнем, как я понял, будет пополняться он. Тут есть определенный замочек. Если вы на него нажмете, вам показаны от 1 до 30 различные числа. Вы должны угадать, подтвердить транзакцию. То есть вводите, к примеру, 13, подтверждаете транзакцию. И после этого, если вы выиграли, вам падает часть вот этого пула. Здесь и 5,6 BNB было. Если не выиграли, вы можете постараться еще раз выиграть. То есть тут 30 ключей дают. С каждым последующим уровнем дают 30 ключей. На это тратится комиссия, то есть газ. Вы можете ее вернуть. Вот здесь вот кнопка Return, то есть вы возвращаете газ, нажимаете, и вам все возвращается. Грубо говоря, вы просто бесплатно попытаете удачу. Это такая дополнительная мини-игра. Транзакции. Тут показаны абсолютно все транзакции, и реферальные, и обыкновенные. Вот он, сам смарт-контракт проекта. Если вы будете покупать первый уровень, либо просто, если вы хотите, грубо говоря, тоже кого-то пригласить, рекомендую перейти именно по ссылке на сайт. Только потом со следующего уровня через смарт-контракт отправлять. Ссылочка для регистрации, если у вас имеется такая, будет в описании. Если имеется желание, обязательно переходите. Также у нас чат, там ребята, кто в моей структуре, все общаемся. 1440 и оборот уже 300 BNB. При том, что первый уровень стоит 0,2 BNB всего. Оборот 300 BNB. Идем далее. Тут у нас презентации. Можете также почитать презентацию. Вкратце, в принципе, все. Если мы перейдем в презентацию, давайте я вам покажу, грубо говоря, некоторые интересные моменты еще по презентации. Итак, у нас есть 4 состояния. Первое состояние – это обратный счет до открытия уровня, то, что я вам рассказывал. Второе состояние – это покупка уровня.
Третье состояние, уровень купли, находится в процессе начисления наград, то есть от 1 до 10 награды. Ну, как повезет, может и не быть наград. То есть вы должны понимать, что здесь и риски, и хорошая прибыль есть. Поэтому каждый несет ответственность сам за себя. Это очень важно. И четвертое состояние, уровень заморожен, и упущенная прибыль отображается ниже. То есть вот так будет отображаться. Если ваш реферал, к примеру, зашел на вышестоящий уровень, либо заморозился. Кстати, почему может заморозиться и почему динамика будет дальше расти как минимум на втором уровне? Первый уровень, он не замораживается. Когда вы купите второй уровень, если у вас куплен первый, он тоже не заморозится. Но если в самом начале вы не купили первый уровень, а через, например, завтра зашли и сразу второй купили, не купив первый, второй уровень у вас два прокрута сделает, то есть у вас придут две выплаты по 75%, 150%, и дальше он заморозится. И чтобы его разморозить, нужно купить ниже стоящий, то есть первый. Надеюсь, вас не запутал и все понятно. Устройство уровней, вот только что я вам рассказал. Награды уровней 10 штук, как уже сказал. Аккаунт при подключении кошелька отображается основная информация. Это я вам тоже рассказал. В принципе, я вам все подробно рассказал. Если будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Пишите, переходите в чат, в наш телеграм-канал. Там всю информацию я дал. На самом деле, я не хотел входить в этот проект, потому что жду Express Smart Game. Динамику жду на нижних столах, тоже хорошую. Но, думаю, такой промежуточный проект, который мы, в принципе, можем заработать. Не скажу, что я заработал много, говорю всегда честно, но сейчас выплаты идут, и выплаты идут, в принципе, прозрачно и честно, как они говорили. По крайней мере, как говорят разработчики, что не будет тут вайтлистов, но я так понял, что вайтлисты тут были, но в вайтлистах нету ничего плохого. Это двигатель проекта, и если бы не было вайтлистов, такие крупные лидеры, не буду называть имена, у которых по 100 тысяч подписчиков, они бы не рекламировали, а такие были. Поэтому посмотрим, что будет завтра 12:00 начало. Если какие-то имеются вопросы, напиши мне в личку, либо в комментарии. Все ссылки будут в описании. Постараемся залететь. Если тоже заинтересовала эта темка, залетай. Рекомендую прокупать с первого уровня, а там смотри сам. Пока.